Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Смотрите, без 10 минут 6. Сегодня суббота. Видите, какие у меня красивые, замечательные огоньки. Погода у нас все холоднее и холоднее с каждым днем. Листья все больше облетают и облетают с каждым днем. Видите, все желтеет. Сегодня дождь был, но небольшой. А звезда моя... Видите, звезда моя горит, и вот огоньки, и там звезда. Там внизу то пакет стоит, а там у меня тряпочки постиранные, высушенные, которыми я полы мою. И маленький такой совочек со щеточкой, которым я тоже подметаю, там стоит в мешке. Включилась для того, чтобы вам показать, порадоваться, и чтобы вы за меня порадовались, и мне пришла посылочка. Посылочка от моих любимых сынульки и невестки с Украины. Приступим. Лускунчик. Лускунчик-смакунчик. Лускунчик-смакунчик. Это свежие семечки этого года. Я их очень люблю, хотя у меня есть эти самые чищенные семечки. Но они всегда мне хотя бы 2-3 пачечки всегда ложат. Вот. Это прянички. Это прянички. Пивнични. Пряник и пивничный. Гречка. Ядриця. Це все наше українське до 22-го року. Все наше українське. Де вона зроблена? Зараз подивимося. Житомирський район. Село Озерянка. Бачите? Видите? Что плохо. Вот село Озерянка, Житомирский район, Житомирская область, Украина. Вот. Дальше. Халвичка с ароматом ванили. Вот такая написана. Бачите? Соняшникова, подсолнечная. Солодка, соломка, солодка. А соломочки такие. А так просто я и не говорила, просто сами положили мне. Вот очень люблю такую крупу. Крупа из твердой пшеницы, артек. Вот, пшеничная крупа. Она очень вкусная. Здесь 800 грамм. Не килограмм, а 800. Подивимся, где ее сделали. В Киевской области ее сделали. Бачите, Киевская область. Місто Сквира. Киевская область. А такая маленькая печенюшка, коровка. Конфеты. Мои любимые конфеты. Цукерки. Ромашка. Рошеновские. Ой, они сейчас дорогие. Видите, стоят 109 гривен 70 копеек. Здесь на 56 гривен 17 копеек. 56 гривен это... так. Это 2 евро. Ой, 2 доллара, 2 доллара. То есть килограмм вот этих вот, килограмм вот этих вот конфет стоит 3,5 евро. Но это для Украины очень дорого. Сушечки. Сдобни с ванилином. Сколько тут у нас? 340 грамм. Где их сделали, эти сушечки? Так, сейчас подивимся. Так, 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 так. Місто Київ. Бачите, місто Київ. Вулиця Російська, 59, місто Київ, Україна. А это мед. Это мед, который принесли пчелки, собственные пчелки моего свата. Спасибо ему большое. Он всегда, всегда дает всем очень много меда. Ну, так как вы же понимаете, ну, куда же мне, во-первых, много, а во-вторых, куда? Это же все-таки посылка. Нет. Смотрите, вот мед. Это мед из подсолнуха. Из такого подсолнуха, видите? Вот, это самый мой любимый мед. Я не люблю майский мед. Я не люблю цветочный мед.
Я не люблю липовый мед. Я не люблю гречневый мед. Я люблю только мед из подсолнуха. И вот все знают, что я его люблю, и для меня такой мед. Вот. Дальше. Это моя красочка Гариньер. Всегда не крашусь. Всегда. Это красочка для меня. Вот. Ну, это тут немножечко такого, то, что я просила. И это еще для пяточек. Невестка сказала, я тебе положу вот такую вот штучку, так пятки хорошо делаются, мягенькие, такие хорошенькие. Ну, говорю, положи, ладно, положила мне такое. Вот это такой подарочек мне. Ну, вот, я очень довольна. Вот, спасибо им за мой подарочек. Заботятся обо мне, потому что когда-то мне писали, вот ты, Наталья, посылаешь, а почему тебе не посылают? Да посылают мне, конечно. Если я раньше просто не говорила, что мне приходят посылки, так просто не знаю почему, не говорила и не показывала. Всегда мне присылают. С тех пор, как я стала слать посылки, как я узнала, что эти ребята, и которые ездят до Украины, а потом по Новопошта, так у нас называется, отсылают по всей Украине, то и мне присылают, и я посылаю. Сейчас мне нечего посылать, я пока еще ничего не купила, потому что нету скидок. Как только наберу на посылку, так и пошлю. Вот такие дела. Вот это вот то, что я вам показала, то, что мне передали с Украины. И еще у меня один подарочек, но это уже не с Украины, это с другого места, не буду говорить от кого. Ну вот, это от Yves Rocher, видите, Yves Rocher, крем для рук, потому что у меня, видите, так они у меня не проходят, руки. Вот, и это замечательные духи, которые называются Элия, видно вам? Отсвечивает, это я тут стою, вот она, Элия. Такие духи. Вот они, такие духи. Красивые такие духи. А пахнут замечательно. Такой прям изысканный аромат. Изысканнейший аромат. Вот такие вот духи, такой крем. Спасибо тому, кто мне это дал. Такой подарочек. Большое спасибо. Я очень благодарна. Очень довольна. Спасибочка. И за это, конечно, большое спасибо. Я уже отписала, сказала, что получила посылочку, что все дошло, все нормально. Они переживали, чтобы это самое, чтобы мед там же бросают все-таки, чтобы не разбилось. Это обычная молочная бутылка, невестка их хорошо моет эти бутылочки, когда переливает мне. Вот, и это самое высушивает и заливает туда мед. Ну, можно было и 2, и 3 передать, но сами понимаете, я же все-таки хочу поехать в Украину, не знаю, когда хочу, но хочу. И, конечно, поеду, но, может быть, не сегодня, не завтра, но поеду. Вот. Ну, конечно, не сегодня, не завтра, но в ближайшее время собираюсь поехать. У меня есть дела, которые мне там надо сделать неотложные. Ну, вот, а именно заняться зубами, еще там кое-что поделать, ну, короче. В общем, вот такие дела. Вот мои цветочки, как будто бы не живые, но на самом деле они живые. Все вам рассказала, показала еще вам мои огонечки. Такой туман у нас, и мелкий такой мелкий дождик идет, мелкий. Там моя звезда горит. Красиво, да? Мне тоже нравится. Ну вот, все вам рассказала, показала. На этом буду заканчивать. Завтра воскресенье. Не знаю, что буду делать. А, наверное, ж покрашусь, да. Наверное, ж покрашусь. Я же знала, что мне там и краска будет в посылке, поэтому я волосы не мыла. Обычно стараюсь не вымывать волосы, чтобы не пережечь. Ну, я эту краску знаю, немножко обломалась. Баночка примялась. Ничего страшного. Тут все написано. Это соединяем с этим. Это потом ополаскиватель. Тут инструкция. Вот. Я не делю на 2 раза, у меня волосы, они не такие длинные, но густые, поэтому надо все сразу соединить, и вот это, и это, и мыть. А это потом ополаскивать. Вот инструкция такая. Все, на этом буду заканчивать. Пока-пока, до новых встреч. С вами была я и Финляндия.
Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, хорошего субботнего вечера и хорошего завтрашнего воскресного дня. Пока!